Особняк «Прибой» продан, но его владелец останется там жить до конца своих дней. Стали известны детали сделки о продаже знаменитого здания, которое ушло за 100 миллионов долларов. Основатель империи «Прибой» медиамагнат Хью Хефнер неплохо заработал, ведь сам купил этот дом в 1971 году за сумму в 100 раз меньше, за 1 миллион долларов. Кстати, само здание практически ровесник Хефнера, которому исполнилось 90. Теперь постаревший «Прибой» сможет оставаться здесь вплоть до своего последнего дня, и только потом дом, который долгие годы был символом сексуальной свободы из-за проводившихся там вечеринок, перейдет новому хозяину. Это 33-летний миллионер Дарин Митрополос, который живет по соседству.